Мое приветствие, дамы и господа, у микрофона Реверс. Мы продолжаем с вами прохождение Алоды Печать Тайн. На прошлой серии мы спасли дочку кузнеца от злых магов. И у нас с вами тут пока нет никаких квестов, так как у нас висит один основной квест, которому мы с вами сейчас отправимся. Я дал нашему воину еще немного брони. У него теперь броня 10. Закрытый шлем нормальный такой, адамантиновый. Стоит он, конечно, 100 тысяч, но ничего не жалко для моего танка. Ну что ж, поехали. Нас с вами ждет замок Каргалос. 70 тысяч награда. Поехали. По-любому какая-нибудь армия, которая будет осаждать замок. Почему вы остановились? В Каргалосе ждут нашей помощи. Сначала мы должны разведать обстановку. Судя по тому, как хорошо топтана эта дорога, она приведет нас к жилью. Расспросим местных жителей и составим план. Сразу же белки налетают, а? Как вы засранцы маленькие. Положитесь на меня. Так, ну думаю, с этим адамантиновым щитом мы сможем расслабиться спокойно. И, по крайней мере, мы сможем уже нормально какой-нибудь меч взять нашему воину, а далее одеть наших лукарей. Маг у нас ни в чем не жалуется, по крайней мере, пока что. Карта огромная, есть где разгуляться. Так что прогуляемся, ребят. Это, я так понимаю, деревушка, да? А, нет, это кладбище. Деревушка, блин. А вон и деревушка, кстати. Пойдем расспросим. Что происходит? Да. Вас поняла. Положитесь на меня. Приветствую вас и прошу помощи. Мы уже спешим на помощь в замок Каргалос. Боюсь, тебе придется немного подождать. Какая удача! Я из Каргалоса. Я прорвался через осаду и ищу любую подмогу. Тогда ты хорошо знаешь обстановку, расскажи нам, много ли людей осаждают замок. Нет ли у твоего господина друзей поблизости, чтобы мы могли с ними объединиться? Где ты рассчитывал найти помощь? Мы ждали дракона старого, друга нашего хозяина. С ним мы не раз побеждали врагов и покрепче. Но дракон не прилетел, а раньше он никогда не нарушал свое слово. Этому может быть лишь одна причина – магия. Ты думаешь, что дракон заколдован? Да, сам дракон предвидел это в тайном месте на острове. Он спрятал средства, способные его расколдовать. И рассказал он об этом моему господину. Если бы нам удалось расколдовать дракона, Каргалос был бы спасен. Точнее, Каргалос. Отлично, начнем с поисков драконьего средства. Не пойдешь со мной, да? Готов. Ты будешь тут стоять. Опаны. Пустые мужички всякие стоят. Готово. Эй, кулаками не надо драться. Это мой лут, это мой опыт. Машет он там кулаками. Я так понимаю, нам туда нельзя, да, через мост идти? Пойдем прочекаем, чисто через сейф. Вас поняла. Готов. Задача ясна. Тук-тук-тук. Кто в тереме живет? Кто тут такой смельчак? Пора бы тебе, кстати, Брайан, качаться. А то вот ты совсем отстаешь по опыту. В отличие от моего раздолбая. Который, кстати, скоро догонит тебя. Задача ясна. Готов. Да.
Да. Положитесь на меня. Да. Сюда. Сюда идите. Вас всех на шампур натяну. Долбаные сороконожки. И будете моим обедом. Прозвучало как-то по-живодерски, ну ладно. Я не выдержу его, да? Да. Я его не выдержу. Прошу прощения. Я его не выдержу, к сожалению. Мне надо как-то подгадать ландшафт под него. Прошу прощения. Готов. Отлично. Можете, конечно, попробовать об него покачаться, ребята, но... Да. Блин, ну этот, черт возьми, жесткий людоед, которого можно прокачаться. Похоже, он это нам позволит. Ладно, пока они в него стреляют, я пока отойду. Все, огромное тысячелетие, наконец-то мы его сможем доковырять спокойно. Мои стрелки прокачались как вне себя, так что можем его спокойно сжарить, прокачивая тем самым нашего мага. О, наконец-то сбежавший свежий воздух. Кто ты? Откуда? Мы рыцари Каргаласа. Шли из замка по тайным ходам, чтобы ударить в спину врага. Но на этом конце хода поселился гигантский людоед, каких мы раньше и не видывали. Мы выходили по одному, а он поджидал нас и убивал. Теперь же, когда людоед мертв, мы смогли выйти и можем ударить по врагу, пока еще не поздно. Рыцари, вперед! Что происходит, а? Челики пошли просто атаковать. Готов. Ну ладно. Чего? Что происходит? Осторожно, видите вооруженную группу? Кто-то выслал патруль. Слушай. Щеть, их всех, походу, их всех перебили. Офигеть. Задача ясна. Не надо было убивать Готов. Этого... людоеда. Ну, они пытались застать их врасплох. Ладно, продолжаем дальше наш путь. 20 тысяч мы с этого людоеда сняли. Хотя здесь мост, да? Можем попробовать их приманить. Вариант. Если у нас это получится, или мы можем просто обойти и побегать по всей локации, не? Да. Или опять сделаем все по-своему? Да. Думаю, сделаем все по-своему. Да. Эй, ребята, вы где? Ваш... Пошли за мной. Блин, их всего двое, что ли? Серьезно? Вот этот топорщик меня немножко пугает. Надеюсь, он меня не пробьет.
Отлично, разобрались. Похоже, это не все, я так думаю. Надо будет проверить, посмотреть еще. Вот пятая точка моя чуяла, что не надо было выпускать этих ребят. Ну ладно. Я, по крайней мере, зафармил этого засранца, который нормально меня так прокачал. Он это потом все унесет, нет? Тут столько всякого добра повыпадало с них. У тебя что-нибудь есть? Ну да, конечно, ты шо, блин. Все бомжатское, блин, напялено на ребят. А дамажит как не себя. Ох, щеть. Вот это... Это было слишком жестко, скажу я вам. Давайте попробуем еще раз и попробуем их приманить. Я пока потом не будем пока лут брать. Слушаюсь. Задача ясна. Но среди них есть маги, и это жесть. Вас понял. И они бегут его дамажить. Мне покажется, мой маг не справится с этим. Чтоб все это дело выхилить. Ладно, тогда мы это все дело сейчас заберем и пойдем разведывать дальше. Нам нужен наш дракон, я так понимаю. Задача ясна. Кавалерию этих ребят быстро что-то раскидали уж слишком. Я офигел. Ну ладно, как бы то ни было. Думаю, мы это дело разрулим. Давно тебе щит пора уже менять, вот честное слово. Он меня так напрягает. Готов. Положитесь на меня. Будет исполнено. Мои лукари теперь хорошо стреляют. И опять повышается стрелковое оружие. Отлично. Я его нормально так прокачал об этого людоеда. Как говорится, требуемые обстоятельства. Готов. Вас понял. Для этой игры. О, гопники. Задача ясна. И у нас, похоже, орки на подходе. Я их сразу сожгу нафиг. Потому что я не уверен, что я готов это дело хилять. Поэтому пусть горят синим пламенем. Вас поняла. Да. Так, ты возьми лутецкий. Так, с них хорошая голда падает, кстати. Метеоритных ребят. Да. Прошу прощения. Положитесь на меня. О, еще что-то мы нашли. Смотри-ка. Ну-ка, что это? Заклинание высасывания жизни. Это, кстати, насколько я помню, это у нас стихия астрала, лайфстил. Что можно теперь этой мадам выбросить вот этот посох и качаться чисто через высасывание жизни. Хорошо. Задача ясна. Сейчас бы найти еще какого-нибудь мощного крипа, об которого она бы фармилась бы сейчас как вне себя. Я думаю, найдем. Она. Да. 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 Брайану надо срочно качаться. Он сильно просел. Хоть он и ближе к 100 тысяч опыта, да. Это пока вообще слишком мало похоже. Очень мало. Слушай. Идем дальше, поищем что-нибудь еще подходящее. Там у нас вражеские войска сидят. Слушай.
Следовательно, нам пока туда путь заказан. Осторожно, видите вооруженную группу? Кто-то выслал патруль. Где патруль? Какой патруль? Что за патруль? Эти змеи, что ли, патруль? Или чё? Да. Так. Осмотримся немножко. Кажется, они его сейчас ваншотнут. Да. Нафиг. Да. 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 Готов. Ух. С ними мы разберемся. Ой, какие вооруженные ребята. И ходячий атаман с топором, блин. Блин, сколько Лутецкого мне придется продавать, это жесть. А там еще подкрепление идет каким-то, слышите? Да. Странно, что маги не подходят. Очень странно. Хоть нас и мало, мы берем качество, говорится, да? Капец, сколько Лутецкого выпадает с них, это жесть. И это еще малая часть армии залезла. Лут забрать. Задача ясна. Так, а пойдем чекнем. Готов. Да. Или это всего лишь малая часть, которую мы разнесли? Готов. А их там еще больше, не? Задача ясна. Я все же хочу почистить их отряд. Слушаюсь. Мне кажется, я сейчас об этом пожалею. Маги сильно пробивают бедного Брайана. Не варик. Ладно, понимаю, не варик. Так и запишем. По крайней мере, вступительный отряд мы зафигачили. Как бы сильно это ни звучит. Знаешь, наша надежда сейчас только на дракона, который поможет нам разобраться с магами. Какая скалопендра. Мой шашлик. Да, мой шашлык. А хп-то у наших ребят поднимается потихоньку. Опыт растет. Задача ясна. Да. Готов. Прошу прощения. Готов. Прошу прощения. Слушаюсь. Понятно. Посмотрим, что тут у нас. Дракон заколдованный, значит. Прошу прощения. Положитесь на меня. Заколдованный дракончик и куча мышей, которые просто развалят эту армию и дрени фени. Я правильно понимаю? Да. Прошу прощения. Готов. Теперь я понимаю, как эта миссия выполняется. Путем колоссального насилия. Ну ладно. Не, серьезно, если бы я затащил бы эту армию, я бы потом только выполнял бы этот квест. Да. Что ты делаешь, козел маленький?
Прошу прощения. Дама, ты чё? Готов. Задача ясна. Почему ты не хиляешь раньше? Да. В чем твоя проблема? Готов. Слушаюсь. Готовимся встречать огромную кучу белок, да? Вас поняла. Походим пока, поисследуем местность. Может, что нормальное найдем. Да, задача ясна. Положитесь на меня. Положитесь. Сейчас просто будем в упор всех кидывать в атаку. Пусть они все качаются. А не кто-то определенный. Задача ясна. Положитесь на меня. Готов. Прошу прощения. Задача ясна. Да. Положитесь на меня. Странно, что тот людоед лут не оставлял нам. Положитесь на меня. Очень печально. Мол, типа солдатов он жрал по одному, когда те выходили, а лут не оставлял. Вместе с шмотками жрал, что ли, пойму. Людоед сраный. Слушаюсь. Где? Слушаюсь. Где летучая мышь пищит? Готов. Прошу прощения. Да. Задача ясна. Мне нужно больше крипов. Да. Где крипы? Прошу прощения. Только на девочек не надо наезжать, ага. Долбаная скалопендра. Слушаюсь. Да, нам нужно надо найти фласку, чтобы расколдовать дракона, я правильно понимаю? Ищем фласку. Вас поняла. Положитесь на меня. Вас понял. Странно, такая утоптанная дорога, а заканчивается тупиком. Такие дороги часто служат указателями направления. Проверим этот путь. Проверим. Я вроде через атаку жму и нифига. В чем проблема? Мои войска начинают тупить. Точнее, мои герои. Теоретный парень. Готово. Положитесь на меня. Слушаю. Пока не вижу эволюционированных крипов, пока только зеленые призраки могут чем-то удивить. Задача ясна. Скоро что-то посерьезнее, мне кажется, появится уже. Прошу прощения. Положитесь на меня. Слушаюсь. Тупик, который нафиг никому не нужен. Да.
Готов. Хорошо. Да. Готов. Это и есть та фласка, которую я ищу. Вот это зелье должно спасти дракона. Выглядит не очень внушительно. Пусть оно будет у меня. Уж я-то найду способ его использовать. Положитесь на меня. Окей, как скажешь. Да. Готов. Готов. Пойдем дальше. Что-то я не заметил, как Брайан резко прокачался. Да. Вроде было 90 тысяч, а тут теперь резко левел поднял. Нормально. Готов. Старик удивляет. Задача ясна. Прошу прощения. Прошу прощения. Задача ясна. Слушай. Так, зуб даю, это ловушка. Прошу прощения. Хотя... Разум. Или дух. Ладно, посмотрим, что будет дороже. Пока оставим это. Готов. Так, осталось низ проверить, а потом вручить колбу нашему дракону. Бедняга повесился. Не выдержал этой жизни. Готов. Готов. Положитесь на меня. Вас понял. Да. Вас поняла. Задача ясна. Да. Да. Положитесь на меня. Да. Задача ясна. Положитесь на меня.
Да ё-моё. Сказал я себе. Прошу прощения. Ладно, пойдем к дракону сходим. Вот просто откуда они взялись там, а? Эти долбаные мухи, а? Заруинили мне все к чертям. Смотрите, дракон оживает. Что бы вы без меня делали, а? Спасибо, друзья. Чем я могу оплатить вам за помощь? Нам достаточно твоей благодарности, но на твоих друзей в Каргаласе напали враги. Замки рассчитывают на тебя, лети скорее. Так вот, зачем меня заколдовали. Они хотят захватить Каргалас. Не бывать этому. Ну и полетела вся эта орава просто на этих бедолаг. Скажем так, их там сейчас будут просто ультранасилие давать им делать. По звукам сейчас будет слышно, нет? Да, похоже, я это не увижу. Ну ладно. Потом посмотрим, что осталось. За Лутецким мы по-любому туда пойдем. Задача ясна. Монстр у ворот повержен. Гарнизон. Точнее, монстр у ворот повержен. Гарнизон, в атаку. Не-не, потом. Потом выполним эту миссию. Сейчас. Уже довольно-таки прочная черепашка, блин. Прямо. Вас понял. Прошу прощения. Готов. Прошу прощения. Да. Эти летучие мыши нормально меня пробивают, кстати. Тем более моих лучников, по крайней мере. Ну, насчет танка не знаю. Кстати, в перевесе. Да, лута мы здесь, конечно, набрали знатно. Считая 70 тысяч на выполнение миссии и еще в продажу дофига. Может, что-нибудь приобретем для нашего танка или хотя бы лук нормальный возьмем. Теперь я хочу поймать этого засранца трехголовую. Готово. Да. Положитесь на меня. Еще опять придется в приманку играть. Да. Мы сыграем в приманку. Будет исполнено. Хорошо. Давай, лети сюда. Все? Пожукал? Положитесь на меня. Ну, тут, конечно, ничего нету. На этом островке. Потому что... Здесь еще что-то обследовать надо, посмотреть. Много мест. Очень много. Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Каюсь. Ходим, смотрим. О, гопники. Гопники. На продажу все, на продажу.
Там наверняка что-то есть. Я прям чувствую, что там что-то есть. Я же говорил, то там что-то есть, а? Эльфийская адамантиновая кольчуга. Защита от воздуха 22. Сочно. Так, кому же ее вручим, а? Давай, наверное, тебе вручим. Хотя нет, у тебя ХП есть тут. А у тебя простая. Так что заменим тебе вот. Я думаю, ты не, от этого не обеднеешь. Так. Отлично, она полегче будет той шмотке, которую я одел. Ну что, теперь отправляемся сюда. Вроде как все тут исследовали, посмотрели, отлично. И герои у меня на этой локации очень хорошо прокачались. Прям катастрофически хорошо. На пути прогресса, как говорится. Наемник, воин с мечом. По крайней мере, те патрули хорошо, что я забрал. А то сейчас их дракон бы сейчас съел, мне кажется. Да. Тоже немножко опыта себе забрал. Избив этот патруль. Готов. Да. Так. Идем, идем, смотрим, что-то как. Может, даже и на людоеда бы сагрился, вот. Ну, это маловероятно. Там триггер на на челиков был. Вряд ли этот триггер предназначался бы для дракона. Давай посмотрим, что от них осталось. Много ли там лута. Так. Ух, катапульта. Детского тут, конечно, да. Хватит хэкать. Задача ясна. Да. Так, я, наверное, замучаюсь все это дело продавать потом. Да. Слушаюсь. Есть еще что? Да. Есть, конечно, вижу. Да. А тут что-нибудь есть? Врата города, да? Которые якобы осаждали. Прошу прощения. Надо еще немножко осмотреться, мало ли. Конечно, вряд ли что найду. То, что я уже забрал, я забрал. Ладно, возвращаемся. Ролик. Так, ну а что будет дальше? Мы продолжим уже на следующей серии. За кадром я все ненужное барахло продам и сможем спокойно запуститься уже в следующий раз. Всем пока-пока. До скорой встречи.